После бывшего Союза или того же Израиля даже трудно себе представить, что где-то есть страны, где люди не просто, но просто живут. Терпимо друг другу, доброжелательно, не агрессивно и необычайно тихо. В Швецию сначала приехали жены работавших в бывшем Союзе специалистов. Короче, жены и мужья. Потом кто-то по еврейской линии, кто-то как беженец. Массовой эмиграции из бывшего Союза в Швецию не было. Но сегодня в стране уже не сотни, как было раньше, а тысячи говорящих по-русски граждан. Они живут. А шведы сильно отличаются вот по менталитету от россиян, скажем так? Мне кажется, что да. Чем? Ну, вообще, может быть, отношением к жизни в целом. Она у нас, она другая в принципе была раньше. У нас опыт другой жизненный. Они более спокойные, они никуда не бегут. Я имею в виду такое поколение, вот не молодое, наверное, не самое молодое. Тоже они разные на самом деле. Но они как-то спокойны, вот у них все хорошо. Вот они так себя чувствуют, мне кажется. У них все хорошо и все нормально. Да, вот им хорошо, и если у них уже все хорошо, им больше ничего, они не хотят ничего менять. А русские здесь? Тоже разные русские. Некоторых устраивает тот образ жизни и тот уровень, на котором они живут. Большая часть пытается что-то сделать, учиться, я не знаю, работать, найти какой-то, ну, прийти к лучшей жизни, к каким-то лучшим условиям. Мне так, ну, вот то, что я вижу. А говорят, что социал в Швеции хороший, можно жить и не работать, и невозможно. Это однозначно. Если ты получаешь только социал, достойно жить невозможно. Я так думаю. Психологически или материально? И материально, а психологически это зависит от человека. Потому что, конечно, это просто. У тебя есть минимум денег, на который ты можешь питаться. Тебе платят за квартиру, у тебя медицинское обслуживание, за которое ты не платишь. То есть, если сравнить, допустим, человека, который получает среднюю заработную плату, и человека, который получает социал, то они, наверное, могут жить приблизительно одинаково. Потому что человек, который получает зарплату, он должен платить за свое жилье, он должен платить за свое медицинское обслуживание и так далее. То есть у него ряд проплат, которые в результате приводят его к тому, что на жизнь у него остается такое же количество денег.